Всем привет, девочки, мальчики! Я замесила тесто. Не я, а мой этот помощник. В общем, вот тесто тепленькое еще. Вот как будто муки маловато, что ли. Я говорю, мука разная. Ну, ничего, я, если что, подмесим. Все, пусть отдыхает. Тепленькое еще. Режу картошечку. Здесь у меня вот такими кубичками режу. Фарш, лучок. Сейчас еще немножко картошки добавлю. И налеплю мантов. Вот. Вот такими кубичками. Не знаю, нам манты с картошкой нравятся. Я предлагала тогда, говорю, давайте с одним мясом. Ну, уже так привыкли, видимо, что ли. Такими кубиками. Девчонки нас заметают. Смотрите, что. Вчера с вечера как начало. Дороги-то там прочистили. А тут еще нет. Ой, как тяжело идти. Ну, а я, девочки, уже пришла. Вот. Муки насыпала на всякий случай, во-первых, на досочку, куда буду манты лепить. Вот. Ну и на всякий случай. Но вот здесь вообще муки нет. Вот. Сейчас посижу, включу кино. И буду лепить. Включу себе сказку. Какой-нибудь нас замело, где прочистили, где не прочистили. Так вот. Вот такое у меня тесто получилось замечательное. Вот оно. Да, купила укроп с луком. Завернула в это. Салфеточку во влажную и убрала. Хорошее тесто. В общем, сейчас налепим, заморозим. Народ ходит, ходит народ. Сегодня яйца еще дороже. 149. Но я не брала. Я вот чуть-чуть, потому что все равно раскатывать, чтобы эта клеенка такая, как сказать. Скользкая. Скользкая клееночка. Ну вот пока. Может маленько поболтаем. И вот я говорила про это самое, что отвечала-то. И, конечно же, девчонки, ведь еще и цены разные в разных этих регионах. Так ведь? Вот у нас сливки 33% в магните. 249 рублей. Ну, 250. Вот этот фарш, я вот не вру, вот этот фарш, сегодня он у нас 700 грамм, 239
239 по акции. Ой, мне накапало. Вот. Так что. Так что. Немножечко, да. Капнула водичкой. Я из морозилки достала этот фарш, что у меня. Завтра мы что-нибудь приготовим из него. У меня есть два варианта. Девочки, у меня есть два варианта, что из него приготовить. Я хотела приготовить как вареную колбасу в пакете. И хочу попробовать паштет мясной. Раз у меня из печени не едят, я хочу попробовать мясной. Вот хочется мне попробовать. Он, в принципе, делается так же. Точно так же. Вот. Туда можно, когда лук обжаришь, фаршик сливочек добавить. А потом, когда перебивать, также сливочного масла. И я думаю, будет замечательно. Я все-таки, наверное, на паштете остановлюсь. Вот. Потому что, знаете, я что хочу. Увидела тоже рецепт. Мне так понравился. Рулет. Сырный рулет с паштетом. И такое оформление красивое. И вот я хотела бы его сделать. Его можно приготовить 30 числа. Да даже 29. Ничего страшного. В холодильнике ничего ему не будет. Ну, а колбаску потом как-нибудь попробуем. Вот. Как-то так. Так вот, что еще хотела сказать. Потом, знаете, видела, не знаю, буду нет делать, селедочку, как бы рулет из селедки. Я вот что-то как-то не вникла, что туда кладут. Чем мажут ее? Я потом посмотрю. На филе разбирают селедочку слабосоленую. Делают начинку. Смазывают. Вторую наверх кладут. И сворачивают. Ну, как рулетиком получается. Ну, там, в принципе, что, друг на дружку положили с начинкой. Так, прижали пеночкой в пакетик или хорошенечко. Холодильничек. И потом так нарезаешь. Красиво. Ну и вкусно, мне кажется. У меня селедочка-то куплена. Две упаковочки на по 250 грамм. Русское море. Вот в старом гастрономе я брала по 120 рублей. Первая 120 рублей, а вторую я уже купила. 136, по-моему. Вот. Такие вот дела. Канапешечки можно сделать. Сегодня посмотрела. Ой, блин, была же в магните и не посмотрела помидоры. Девочки, розовые помидоры в магните очень вкусные. Я же покупала 5 штучек. Мы по помидорке с Катериной съели. Вот. Очень вкусные. И их можно там, они не очень крупные. Их можно как черики взять. Я по акции брала по 260. Ну, не помню. Где-то так. Вроде 269, что ли. И вот я забыла про них. Я была в магните и забыла про них. Маленьких выбрать. Черики 300 с лишним. Что-то я не стала брать. На канапешечки, думаю.
Потом что еще? Так. Вот, канапешечки можно. Да что, любые. Что вздумается. Да ведь? Тоже это делается. Вот я делаю чисто для украшения. Вот сделаю всем по штучке. Чтобы если девчонки ну, съели вот по штучке и все. Потому что, ну не знаю, у меня пьянки такой не будет. Вот. Чисто посидим, поужинаем, повеселимся. А у кого, конечно, если пьют, там закусон нужен, да, конечно, а у нас нет. Вот. Тем более, они потом это, уходят. У меня вот у сестры-то приезжают на всю ночь. Ну как, всю ночь гуляют, они приезжают с Лысьмы. У старшей сестры у меня, у Нины, у ней одна дочка в Москве, а две, с Москвы тоже хотела приехать, а две в Лысьме. Вот они приезжают, да, они гуляют там до утра. Там, конечно, Нина говорит, у меня все как съедают. Я говорю, да, конечно, если бы мои тоже оставались и гуляли всю ночь, естественно. Вот. Так что как-то так. Делается всего понемножечку. Ну, чтоб стол был красивый, естественно. Как вроде много разнообразных блюд. Вот. Тут до меня дошло еще, я хотела. Ну, сыр можно любой порезать. Салатик тоже. Как салатик, не салатик. Я пекинскую капусту взяла. Тоже эти салаты дорогие. Айсберг. Вилочек 200 рублей с лишним. Я этой капусты пекинской порежу, порву. На тарелочку выкладываются или листья салата. Вот эти листья салата тоже покупаются, и они потом все выкидываются. Вот у нас они выкидываются. И я не стала в последнее время покупать. Я беру пекинскую капусту и украшаю. И вот, значит, на тарелочку выложить пекинской капусты. Она у нас дешевая. Я брала что-то пол вилочка 20 с чем-то рублей. Вот. И туда кладутся помидорки, черики, креветки, сыр кубиками. Что там еще? Оливки. Что еще там можно это положить? Вот. Даже кусочки красной рыбы можно закинуть. Можно соусом полить. Можно, как вот такая красивая тарелочка, да, девочки? Сыр можно разный. Оливочки, черики. Вот. Такое вот. Просто немножечко, чтобы, да, как вроде и блюд будет много. Кто-то возьмет и покушает. Вот потом посмотрю, может быть, красного винограда возьму. А, чернослив буду делать. Надо мне орехи почистить грецкие. Орехи грецкие надо почистить. Это сыр кусочек, я говорила. А, ну, я, наверное, говорила, у меня осталось, наверное, в том телефоне. Представляете, что? Нас замело. Я еле брела, сняла денежку. Прихожу, сидит другой мальчик. Вчера был другой. Ну, я поздоровалась, говорю, здравствуйте, я ему денежку принесла. Я вчера телефон, говорю, сдала. Он говорит, за что? Какой? Я говорю, вот, тоже хонор у Мишки-то. Я говорю, мне сказали, без денег делать не будут. У меня, говорю, денег не было. Вот. Ну, в общем, объяснила ситуацию. Он говорит, ну, он пошел, говорит, я его еще не смотрела, за что вы деньги-то несете? Вы представляете? Я говорю, ну, мне вчера мальчик сказал, если я деньги не принесу, его даже смотреть не будут, делать не будут. Нет, говорит, ничего не надо. Я посмотрю, позвоню вам, потом придете. Если, говорит, батарею менять, да, принесете на батарею. Я, говорит, еще не смотрела, там может что-то другое. И я из-за этого сегодня же пошла. И вот, пожалуйста, я знаю этого мальчика, я знаю. Ну, молодые. Он всегда, да.
Все время так и было, я вам вот объясняла это вчера. А его вчера не было, новенький, вот так сказал. Ну, короче, ладно. Позвонит, посмотрит, позвонит. И потом уже, если батарею менять, он говорит, на батарею принесете. Ну, я в этом доме, да, конечно, принесу, говорю. Так, сейчас фар достаю. Ага. Так, сейчас я его размешаю. Поставить-то? Куда поставить-то? Я пробовала. Надо еще попробовать. Вдруг это постоял, не соленый стал, да? Сейчас попробую. Я чуть-чуть беру и потом выплевываю, чтоб соль-то. Все, соли достаточно. Так, сейчас я вам хочу показать, может, кому-то будет интересно, как я защипываю. Видно, девчонки? Вот так, смотрите, беру. Раз. Вот здесь, посередине. Видите? Теперь другие концы. Два. Ну и теперь вот эти вот. Раз и два. Все. Мантик готов. Сейчас еще покажу и все. И буду работать. Опа. Все повыпадывало. Все повыпадывало. Так, вот. Раз. Тесто растягивается прекрасно, эластичное. И два. Все. Очень быстро. Я сейчас вот так разложу. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Положим быстренько фаршика. Вот так прямо по ложечке, по ложечке, по ложечке. Так вот, лишковато. Слишком много тоже не надо, чтобы все вываливалось. Обычно я ложку кладу. Здесь вот много, а здесь вот мало. Так. 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 Вот картошки-то мало, так кажется. Тем более, я говорю, у меня любят с картошкой, не знаю. Всю жизнь так делаем. Очень сочные, вкусные. Потом мы их едим со сметаной. В тарелочку, естественно, сливочное масло. Черный перчик. Так, вот здесь вот лишковато, мне кажется. Не то, что чтобы это, чтобы проварилось все. Ну, хотя проварится. Вот так вот. И начинаем. Где вам будет видно? Раз, вторая, раз.
Если что, мукой. Здесь раз. Подтягивать можно. Все. Раз. Ага. Раз. Ничего не вытекает. Они же у вас вот так стоят в этом мантоварке-то. Все, там весь сок остается. Раз. 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 И раз. Это же тесто. Вот такие вот красавчики получаются. Ну, сейчас быстро налепим. Не знаю, потом Миша, ну я его спросила, я говорю, Миша, тебе что-то варить? Он говорит, нет. Говорит, приеду поздно уже, мы, говорит, там покушаем. Опять что-то по комсомольской линии поехал. Вот. У меня в мантоварку входит где-то, ну, зависимо тоже от мантов, ну, так 33-35 штук. Так это все наедаются и еще остается. Еще остается. Потом разогреваем. В микроволновке с маслом. И замечательно. Вот. Так, девчонки. Я уж не буду вам все показывать. Посмотрю, если у меня фаршик отойдет, я, наверное, даже и покажу вам сегодня паштет. Так, наверное. У меня сегодня вот как бы варки нету, так сразу время много свободного. А варки нету почему? Потому что Миши нету. Честное слово. Ой, я кашку сварила, я вам покажу сейчас. Ой, сейчас, девчонки, так. Вот она. Кашка пшенная. Кашка пшенная. Сейчас еще штатив. Вот так. Кашка пшенная. Там есть сосиски молочные у нас. Так что нам с дедушкой хватит. А если что, можно будет яичную кашку сделать. Ну все, настряпала. Это вот уже складываю. Там еще у меня две. Одна полная досочка, вторая не полная. Настряпала манто. Все убираю со стола. Вот осталось два этих. Сейчас раскатаю, наверное. На лапшичку сделаю. Порезала на лапшу и сварю супчик. Сейчас пусть лежит, подсыхает. Вот. Достала орехи, чтобы почистить, не забыть. Были, чтоб чищенные. В общем, у меня вышло 30, так, 25, 33 штуки. Как раз на мантоварку. Все. В общем, девчонки, буду заканчивать. Вот, все здесь поставила. Надо заварить чаек, пока некогда еще. Здесь, не помню, показывала, нет вам. Фонарики горят. Вот эти вот. Вот они. Красиво, правда? Ага, красиво. А я буду заканчивать. И встретимся в следующем видео.
Всем пока-пока.